Если меня спросите, что я прочитал последний, я утром. Да, кстати, я все в самолете читал, но автора я не узнал, к сожалению. Я закачиваю книги в телефон. И вот в пути, вот все гастроли и так далее, я просто читаю. Вот. Ну, есть интересные книги, есть не очень. Но я прочитываю все равно от корки до корки. Ну, как-то вот так. А что ты смеешься? Действительно так и есть. Я читаю много, на самом деле, в последнее время. И авторов не запоминаю. Всегда удается там почитать как бы книжку, не всегда просто из премии, но Ильфа Петрова можно перечитывать прям вот с удовольствием. Что это все вокруг нас. Вот оно, это же было написано когда? Почти 100 лет назад или сколько там?